Я знала, что ты жива. Я знала, что ты притворяешься. Знала, что ты притворяешься. Знала. И всем снова приветики. Рада видеть вас на моем канале Тилька Флей. Мы продолжаем с вами играть в Silent Hill. Первая серия у нас была такая знакомительная. Мы приехали, прибыли в город. И, собственно, пока ничего страшного не произошло. Но я думаю, что все впереди. И эта серия у нас будет, конечно, эпогеем всего этого. Так что усаживайтесь поудобнее. Мы с вами начинаем играть. Мы попали с вами в какой-то дом, чтобы миновать вот эти вот обвалы всякие, вот это вот все. Обыскиваем ящики на тот случай, что, ну, а вдруг здесь что-то лежит. Во-первых, это лечебный напиток. Что ж, я считаю, нам пригодится. И нажмите Y, чтобы использовать лечебный напиток. Пока что нам, в принципе, не нужен, но, думаю, скоро пригодится. Потому что, учитывая, что здесь бегает какая-то непонятная канитель, а у нас нет оружия, скорее всего, нам придется либо спасаться бегством, ну, либо что-то еще там делать. Может, сишку возьмем какую-нибудь, нет? Ладно, пойдемте. Страшно немножечко. Это что такое? Какое-то радио кто-то забыл. Ой-ой-ой! Любит это тут, а-та, смотри, кто там. Подожди, но он же слепой, он же меня не видит. Да? Куда ты взял бодягу эту? О. Меня сейчас научат драться. А как драться? Ой, РТ! Меня не научили драться! Ёпта нафиг! Ты чё, офигел, наблевал на меня? Они как-то с запозданием меня научили драться! Да камон, не рыгай на меня! Нифига себе! То же самое, что я видел в тумане? Не знаю, что это, но это не человек. А, у меня все плохо по здоровью. Мне не помогло выпитие. Понимаете? Он меня так сильно прокошмарил, вы поняли. Да я просто, игра с опозданием показала мне, как его это самое бить. Откуда я знала? Он, естественно, на меня наблевал. Выблевал на меня все, что в нем было, вся желчь. Может быть, есть где-то что-нибудь еще хлебануть? Ну, короче, недолго мы с вами будем жить в этой игре, я вам хочу сказать. О, аптечка. Я считаю, надо делать укол. Чтобы использовать шприц, нажмите Y. Все, вылечились. Короче, лечебный напиток чуть-чуть восстанавливает, а шприц полностью. Тоже. Драться на РТ. Но я так понимаю, со временем эта палка у меня кончится, скорее всего. Иначе было бы слишком просто. Нажмите РТ, чтобы разбить стекло. Ох, не нравится мне здесь. Не работает радио, надо покрутить. Мы узнали, что зовут какого-то Джея. Пошлите. Пошлите дальше с вами, чё? Путешествуем. А мы... Где же ты, Мэри? Да блин, Мэри коза та еще. Позвала нас, блин. А нам тут вот это вот расхлебывай. Вот это вот все. Вообще, спасибо большое. Может быть, нафиг эту Мэри, а? С такими-то вот приколами. Я считаю, она нас подставила. Подставила довольно-таки жестко. Это что такое? Это человек.
Что, не видишь, что ли? Мертвый человек. Ну так. Бар Нерлис. Спичечный коробок. Прочитать. Барнили. Ну, видимо, это намек, куда нам идти. Знакомьтесь с картой. Барнили. Ну, охренеть теперь. Ну, у нас есть хотя бы с вами какие-то сподвижки, куда идти. Если ты это читаешь, уезжай. Этот город не такой, каким кажется. Иногда достаточно лишь обернуться. А, это типа... Окей. Типа обернулась и увидела вот это дерьмо. Я, пожалуй, сделаю ретрит немножечко. Что-то не нравится мне. Сейчас выскочит на меня, да? Чмча. Куда пополз голожопый? Смешно было. Пополз такой с голой сракой. Ну ладно, если дают сохраняться, мы сохраняемся. Мы не пренебрегаем правилам сохранений. Дали сохраняться, сохранись. Не дали, лучше не на рожон не прыгать. У меня, кстати, нет хилки на тот случай, если на меня кто-нибудь сейчас нападет. Вот. Поэтому нам надо учиться драться. Япон, вот это оно там это издает. Перлы. Ты видел? Здравствуйте. Так, мы, по идее, с вами сейчас где? Ну, если мы по прямой дойдем, мы дойдем с вами до бара Милли. Но по прямой, судя по всему, закрыто. Ой-ой-ой. Радио начинает кряхтеть, когда рядом вот эта вот гнида. Я вас поняла. Когда кряхтит радио, значит, они рядом. Запомним. Ой, беги! Что это вылезло? Как его убить? Да иди ты, я же увернулась! Да ты что, офигел, что ли? Наблевал на меня опять! Да иди ты нафиг, говнюшонок, а? Да не блюй на меня. Долби его быстрее, по сраке. Добивай. Ой. Божечки. Вылезла. Я такого не ожидала. О, это тот самый барчик. Тут же безопасно в барчике. Будем надеяться, что в барчике безопасно. Какую-нибудь сейчас бутылочку с вискариком найдем, выпьем. Использовать. Ну. О, пробили чек. Твою мать. Зачем ты заползла сюда, гнида? Ты чё мне с ней делать с этой дурой? Так, ну я надеюсь, она тупая. Она... Ну что ты? Зайчик. Ой, ты мой сладкий. Да долбишь ты ее. Да уворачивайся. Ой. Иди сюда. Иди сюда, голожопик. Не-не-не. Не блювать. Добивать. Боже, а чё она решила заскочить-то сюда в гости? Таблочку бери. Выпили таблочку. Чтоб чуть-чуть получше стало как-то жить. Эта дверь закрыта, да? Блин, ну вообще я не поняла прикола, чё вот он прилез сюда, дурачок. А чё, нельзя сюда залезть никак?
на кухонку-то? А прикиньте, если это тот же просто выродился и все. Всего лишь, понимаешь, взяла монетку. Взяла монетку, началась проблемка. За монетку и двор получи в свой ствол. Ну ладно, нам надо идти по прямой, потому что по прямой монетка. Короче, по прямой нам нужно до бара Нила дойти. Техасское место. Подожди, а у нас какие-то... А я что-то не облутала, что ли? А, это он показывает точки сохранения кубиками такими. Все, я понял. Ну, я не думаю, что сейчас удачная идея, конечно, сохраняться, потому что, учитывая, что меня тут все, короче, чпокает и не только. Вот. Я считаю, что... Так, ну давайте эффект неожиданности. У ворот. Так, я научилась бегать, это хорошо. Смотри, я поняла тактику против этих гнид. Тише, тише, тише будь. Главное не это самое. Это не наглеть здесь. Тихонечко. Подбежал, убежал. Подбежал, убежал. Вот так и живем. Там вон еще одна такая же ходит. Жопшница. Подожди, она в какую вообще сторону? А нам вот сюда. Так а чем мы будем с этой жопошницей драться, если она нам, в принципе, сейчас это самое, не всралась? Правильно? Так, отходим. Я пытаюсь понять, куда идти. Ага. Вот он... Тихо, 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 бежит, бежит, бежит. Ах ты говно, ах ты какашка. Ах ты говняшка, ползающая какашка. Да хватит вот это вот, не надо. Пока лежит, надо бить ее, короче, все, что я поняла. Пока она лежит, бьешь ее. Здрасте. Как у вас тут дела обстоят? Нормал? Но это мы в баре вот этого Нирли, да? Чё пишут? Не знаю, что он на него нашло. Он просто набросился на автомат. Пришлось выгнать. Он убежал, кричал, что все починит. Я собрал все, что смог, но так и не нашел одну кнопку. Половина пластинки осталась внутри, вторая пропала. Видимо, это с собой прихватил. Кстати, он побежал к Груви. Короче, можешь сходишь его проведать? Мало ли что, он живет на Саут-стрит около аптеки. Угу. Это вы мне предлагаете сходить, да? Спасибо большое. Это вот этот автомат мне надо починить. А что будет, когда я его починю? Музыка нас связала. Тайную нашу... А, ну монетку я знаю теперь, для чего надо использовать. Теперь осталось починить диск. Я понял. Часть виниловой пластинки. Ну что ж, теперь она у меня есть. А тут есть что-нибудь, чтобы похилить бедного несчастного мужчину? Может быть, у нас что-то есть в холодильнике, нет? А вот это что, реально не открывается, что ли? А, что, серьезно, что ли? Блин, я просковыряла на самом деле. Не знаю, что наш персонаж растеривается. Ну, сидишь, ковыряешь, и все, и открыл. Ладно, сохраняемся. В целом, пока держимся неплохо. Не прям, чтобы обосраться, но не прям, чтобы это... Давайте смотрим. Музыкальный автомат нам нужно в жилой комплекс. Ну, короче, гуляем, чё? Входим, куда входится, не входим, куда не входится. Короче, здесь главное правило этой игры. Беги, и ты живой. Как только останавливаешься, ты мертвый. Так, я кого-то слышу. Я кого-то слышу. Я слышу эту мразюту. Ну, что ты делаешь? Ну, я не то... Я перепутала кнопки. Дура голожопая. Натя! 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 Да лежи ты, не вставай! На всякий случай так, добавочный. А, блин, ну красиво, ничего не скажу. Очень красиво.
Здесь у нас что, тупик? Ну и хорошо. Это что за тараканы? Что это такое? Тут еще опасные тараканы бегают? О боже. Вот опасных тараканов я никак тут не ожидала. Кто-то здесь опять. О, человек. Человек, ты жив? Тихо, тихо, тихо. Тут кто-то есть. Тут где-то есть какая-то гнида. Ну где же она? Вот она, я же говорю. Вот как говняшка. Да подожди ты! Да я тебе вставлю по задничке, по задничке. Вот ты какая плохая! Ох ты какая плохая! А, это женщина. Она на каблуках. А, это женщина. Прикиньте. Мужчина, мертвый. Проверил с по 14, ушло почти 2 часа, потом пришлось уйти. Записка с кодом. Угу. Увидите еще рано или поздно. Увидите. Спасибо, брат. Ладно, я пока живу. Я научилась выживать в этих обстоятельствах. Но меня напрягают жуки. Слушайте, а знаете, у меня есть какое ощущение? Что вот эти вот говнючки-вонючки, они могут периодически вставать. Ой, покатилась банка, я обосралась. То есть, они типа... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кто где? Кто где? Ага, ага, ага. Во, видите, надо это самое... Да я же тебя... Коза! Ну, коза, ты рыготная! Да мне нечем хилиться! Добивай ее! Добивай ее! Добивай! Хоть бы из них выпадало, чё? Слушайте, я не могу сюда пробраться? Чё, серьезно, что ли? Ну, давай, может быть, где-то будет проход. Здесь никого нет. Притворяется, небось. Ну так, контроли на всякий случай. Что тут у нас? Блюдо. Ой, ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Выпиваем. Выпиваем. Нам бы еще б на самом деле бы... Очень мне не хватает аптечек. Очень. Прям вот... Так, это что, это кухня? Закрыта кухня, конечно. Кто для тебя откроет свой хэппи-бургер? Никто для тебя не откроет. Гнида, я знала, что ты жива. Я знала, что ты жива. Я знала, что ты притворяешься. Знала, что ты притворяешься. Знала. То есть, видишь? А! Еще одна! Привет, моя хорошая! Давай, мочи ее. Это повар, повариха, наверное. Да ты что делаешь? Да лежи ты уже! Лежать! Собака! Ладно, спасибо радио, что оно нас хотя бы предупреждает. Что, тут кто-нибудь есть? Может быть, в ящиках что-то лежит? Блин, а мне специально дают так мало всяких аптечек, чтобы я чувствовала свою безысходность, да? Смотрите. Моя, это, жизнь стала лучше. Блин, а как выбрать шприц? Спасибо. Ну, окей, я опять гол как сокол. Но с другой стороны, хорошо, что мы зашли в этот ваш хэппи-бургер. Хэппи, хэппи, хэппи. А, ну мы, кстати, до жилого комплекса-то так-то дошли.
Так-то. А где этот жилой комплекс? Что? Не надо. Жилой комплекс это вот этот вот? Да, South Street. Блин, мне кажется, в жилом комплексе будет какая-то ЖОПА. Фармаси. Он она. Ходит. Слушайте, ну я думаю, их можно оббегать, не обязательно их всех мочить. Да? Тихо, тараканы. Ну зачем ты это делаешь? Да таракана, таракана надо. Все. Таракан, таракан. Здесь же без приколов сейчас будет. Я бы на всякий случай бы обратно этот шкаф бы задвигала. Мало ли что там, знаете, будет. Ну так, чисто. Записочка. Жилец из пятой квартиры оставил ключ. Говорит, его заливают. Надо проверить. А где он оставил ключ? Ага. О! Пятая квартира. Special for me. Спасибо. Че, больше здесь ничего нет? Ну ладно, в целом пока что относительно справляемся. Я думала, будет хуже. Так что, ребят, держимся. Это карта. Карта апартаментов. Угу. Давайте до конца уже пройдем. Посмотрим. О! О, это аптека. О, чиназис. Чек. Видите, как хорошо. Ну и хорошо, что оно не открывается. Можно себя, знаете, хотя бы на секунду почувствовать какой-то иллюзорной безопасности. Спасибо большое. Так, это третья квартира. Вот это открывается? Слава богу. Но на втором этаже сейчас что-то будет. Таракан! Таракан! От таракана отбеги. Где таракан? Где таракан? Я не поняла, где таракан? Куда делся таракан? Слышь, таракан? Где таракан? Ладно, я заползу сюда. Страшно залазить на самом деле в такие штуки. Что здесь? Кто здесь? Кто? Покажи. Да кто здесь? Таракан где-то ползает, козел. А теперь уверен, что оно идет из той квартиры. Им все время говорю об этом. Почему ничего не делать? Это невыносимо. Чувствую, как оно проникает в мою кожу, в мои легкие. Фу. Так, ну ладно, таракана не вижу. Ну за... Да таракана, господи. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ух, эти сраные тараканы. Шестая квартира. Мне нужна пятая. Пятая либо здесь. Слушай, скорее всего, пятая где-то здесь. Вот она, пятая квартира. Сейчас войдем. И тут какая-нибудь канитель сейчас будет происходить. Отвечаю тебе. Я вот прям чувствую. Что, ну, не все так тут просто в этой пятой квартире. Дырки какие-то непонятные. А, сейчас меня за руку кто-нибудь как схватит. Здесь кто-то есть? Слушайте.
Мне не нравится, надо было сохраниться. Надо было сохраняться. Была такая возможность. Ну, у меня не прям, чтобы есть выбор. Понимаете? Так что идем, пока идется, чё. Ну, по крайней мере, на улице, знаете, вот здесь на лестнице я буду в безопасности. Ой. Зая, давай ты не будешь сейчас оборачиваться. Нам кто-то блюет, рычит. Блин, главное, чтобы сейчас тут не было какого-нибудь босса. А, это я. Фух, я думала, это монстр прошел. Прочитать. А потом появилась она, и все это закончилось. Словом, понял, зачем заживу. Все из-за города, я не справляюсь. Надо все продумать. Зайдем в Техаско и поедем. Нормальные люди покидают это место. Такие дураки, как мы, посещают это место. Блин, братан, учитывая, что... О, в дырку посмотришь... Ты что-то, ты решил туда руку засунуть? Братан, ну это опасно. Два. Кнопка от музыкального автомата. Спасибо. Спасибо большое. А почему в дырке-то? А мы хотим открывать эту дверь? Может, не хотим? Может, не надо? Слава богу, она закрыта. Не надо, не надо. Если закрыта, значит, туда нас не просят входить. Но там все в каких-то чернилах. Ну и ладно. Знаете, лучше так. Ух, пошлите. Здрасте. Чё тут у вас? Сигаретки вон. Блин, на самом деле дофига чего, чем можно похилиться. Ой, ёпта. Ты чуть не упал. Ну даешь. А если б свалился, а если б разбился? Ох, ребяточки, спускаемся. Чё, облутали ваши апартаменты? Молодцы. Справились. Это мы куда попали? Надо карту сопоставить. А, ну все. Музыкальный автомат. Нам, значит, осталось... Давайте добежим до бара, сохранимся. Потому что... Мне кажется, надо сохраниться. И на сегодня заканчиваем. В целом уже стало по драйвове поинтересней. Вот, уже даже монстры какие-то. Я вот только не уверена, сколько раз они встают. Подожди, разве здесь сохранение? Блин, не здесь, не в Хэппи Бургер. Ну ты чё? Не в Хэппи Бургер, брат. В другом месте. Это куда? Учитывая, что у меня топографический кретинизм. Мне вообще сложно. Подожди, правильно иду? Вот этот, наверное. Все, все, вот сюда. Все. Отлично. Давайте тогда сохранимся и в следующей серии тогда продолжим. Становится жутковат. Надеюсь, что и вам тоже. Но пока что не прям страшно, а интересно. Жду вашего отзыва обязательно в комментарии. Подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Пока.